Знаете, рифм нравится тем, что он умудряется справляться со все возрастающим и возрастающим потоком посетителей, гостей и участников. Каждый год их становится все больше и больше, но тем не менее ощущение, с одной стороны, упорядоченности, с другой стороны, свободы и интересности общения сохраняется. Поэтому мы с удовольствием всегда сюда приезжаем и выступаем. Новенькое – это то, что я сегодня буду рассказывать о законе о национальной платежной системе, который готовится сейчас в недрах Центрального банка и администрации президента. Думаю, в этом году дойдет до Государственной Думы и до принятия этого закона. Он впервые для России, это большая новация, наконец-то вводит понятие электронных денег и дает определение соответствующее и дает зеленый свет банкам и компаниям для того, чтобы они работали с электронными деньгами. И нельзя сказать, что он делается для того, чтобы вставить палки в колеса. Безусловно, стопроцентного взаимопонимания нет, это идеал, но очень много позитива из нашей практики туда удалось внести. Будем надеяться, что в таком же виде он и будет принят. Но помимо этого, естественно, у нас есть масса новых сервисов. Это сервисы периодических платежей, это сервисы антивируса, это привязка кошелька к банковской карте и наоборот. Это много новых решений, о которых я буду говорить сразу в двух секциях.